Так. Красота. Красота, красота. Сегодня у нас 4 июля 2020 год. Харьков, 20:53 по Киеву в Харькове. И у нас встает луна. Сегодня замечательный денек. Будет цельный парад планет. Если облачка и дымка нам не состроят козью морду. А это я как для пробы вышел поснимать. Это первый участник нашего парада планет, который, конечно, никакая не планета, а спутник наш замечательный Земли Луна. Ближе к полночи выползет у нас Сатурн. Сейчас. Отставит Сатурн, ближе к полночи вылезет сначала Юпитер, потом Сатурн, потом Марс, потом Уран, которого мы не увидим, а потом Венера, которую мы увидим. Опять же, если позволят нам облачка. И будет хорошая радуга-дуга с запада на восток. Ну, натуральный парад планет. Облачка, конечно, как-то так заставляют готовиться к худшему. Ну, надеюсь, хоть что-то. А вон и видно, как наползает облако на луну. Или луна заползает за облако. Ну, тоже красивенько. Man on the Moon. Человек на Луне. Лицо на Луне. Теперь у нас лицо на Луне со шрамом. Красноватый оттенок явно у Луны. Ну, из-за того, что много слоев атмосферы приходится преодолевать свету, отраженному от Луны. Солнечному свету, отраженному от Луны. До Луны сейчас 377 тысяч километров. Так, сейчас у нас лицо не со шрамом, а лицо с усами. Джет, елки-палки. Как это называется? Пареидолия, да? Способность человека увидеть. Образы, знакомые, абсолютно не привязанных к этому объектах. Так. Упс. Усатая луна. Такого я еще не снимал. Ну, теперь уже не усатая, а бородатая. А, это же у нас поднимается луна. Вот она. Да, ну неплохо. Очень даже неплохо.
здесь видно, что облака вообще кошмарные. Будем надеяться, что как-то будет разводняться. Тридцать восемь градусов сегодня было в Харькове. Жарища страшная, ну и соответственно эти испарения все пошли в атмосферу. Так, хорошо, сейчас, наверное, отключу, сделаю еще один дубль и потом уже ближе к полночи выдвинусь куда-нибудь на взгорье. Дабы поснимать это все. Ну, видно, как колеблется атмосфера. Так, это я резкостью пробую играться. И как обычно напрасно, да? Так. Вот так, что ли? Да, ну и полнолуние сегодня же, да. Ну, то есть сегодня, завтра. Сегодняшней ночью, но формально завтрашний день 4-7 часов будет по Киеву. Когда будет полнолуние утром, луны уже видно не будет. Ну, пик полнолуния. Кругленький кратер Платон. А где Аристарх? А вот Аристарх. Не совсем что-то. Наверное, это просто колебания атмосферы. Не позволяет резкость нормальную, хорошей четкости видеть. Пускай будет так. Так, ну что, надеемся на хорошую погоду и отсутствие облаков, ветра и прочих неприятностей. Пока будем радоваться, что сняли хотя бы полнолуние. Тоже зрелище достойное. Луна над окружной Харькова. Ладушки, не будем злоупотреблять. Сейчас, наверное, сделаю коротенько еще дубль минутный и пойду домой ждать полночь. 4 июля 2020 год, Харьков, 21:02 по Киеву. Не могу себя заставить просто таки отключить камеру. Там вообще мрачно с облаками. Ух ты, малинка, ты посмотри.
плодородный край. Ладушки. Малинки, малинки, калинки. По-моему, красиво. Оранжево-красная луна. Будет выше, будет чуть-чуть. Меньше грязного городского воздуха. Да, и вообще в этом месяце предстоит много интересного. Завтра, послезавтра будет луна сближаться с Юпитером, с Сатурном. 14-го, через 10 дней июля, будет Юпитер в оппозиции на ближайшем расстоянии к Земле и как раз напротив Солнца, на одной линии Земля, Солнце, Юпитер. Будет его наиболее ярко выглядеть в этом году. Ладушки.